Здравствуйте, мои дорогие зрители, подписчики, гости моего канала и коллеги. Хочу показать несколько измененный ландшафт в аквариуме. И окраска рыб, как она меняется. Вот сейчас у меня здесь стоит, кроме основного света, сверху еще дополнительно фронтальный свет. Сам светильник увидеть нельзя будет на видео, но результат можно будет увидеть. Вот таким образом он проявляется. Вот это бриллиантовые тетры. Покушали и стали малоактивными. Вот когда они движутся, то видно, как сверкает у них чешуя. Вот теперь поближе это будет уже оформление. Это одна сторона. И вот здесь вот что далее идет. Это будет крупный план. То есть горка из камней с пещерками. Здесь вот камни плоские, стоящие с наклоном. Между ними получились расщелины. В них удобно располагаются гибридохромисы. Это их природная расщелина. Анубиусы расположены на корягах. Вот здесь. Ну и там, в других местах тоже.
вся прелесть это тетры и малинези. Пиццилия, что же это я путаюсь. Ай-яй-яй. Вот она. Вот такое несложное, но вроде так интересное расположение внутреннего содержания. Ну, а внешнее содержание тоже можно показать. Вот здесь у меня фитофильтр располагается. В качестве растений Хидиотис зальцмана. И вот здесь дополнительно еще фонтанчик идет для насыщения воды воздухом, содержащим, надо полагать, кислород. Наш воздух все меньше и меньше содержит кислорода. А вот термометр у меня необычный. Такие мало кто применяет в аквариумах. Термометр предназначен для измерения температуры в инкубаторах. Яйцеотделение у него 0,5 градуса, что очень даже лучше, потому что погрешность меньше. Если в обычных термометрах погрешность 1 градус, здесь 0,5, может даже меньше. Вот он как показан в данном случае. О, 24 градуса. Здесь. И желательно, что эта вот часть находилась вне воды. Потому что бывает, что он обрастает водорослями подводной части, и уже ничего не рассмотреть, приходится его чистить. А лучше так вот, та часть, которая нужна, была свободная. Вот таким вот образом. Эти термометры продаются в хозяйственных магазинах. В зоомагазинах их никогда не бывает. Хотя по цене они не отличаются от тех, что в зоомагазинах. Даже может быть чуть-чуть дешевле. И называется он индикатор температуры. Вот этот вот термометр. На нем написано сзади фирменная, значит, надпись. Такие новости.